Якутский гидрометцентр выступил со штормовым предупреждением. Оно касается в основном северных районов Якутии, говорится на официальном сайте управления. С 25 по 27 октября там ожидается выпадение умеренного, местами сильного снега и усиление северо-западного ветра с порывами до 27 метров в секунду. По арктическому побережью возможна метель, местами сильная. Что же касается погоды в столице республики, то в эти дни временами будет наблюдаться слабый снег, ветер переменный 1-4 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 14, минус 16, днем минус 7, минус 9 градусов по Цельсию, говорится в сообщении.